Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех присутствующих в этом зале на праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню 8 марта. Этот весенний праздник нам дан для того, чтобы еще и еще раз сказать женщине о любви, от которой поистине рождается все прекрасное на планете. Женщина – небесное создание, воплощение сказочной мечты, облако несбыточных желаний, ветер из добра и красоты. Сколько сил затратила природа, создавая женщину на свет, что вложил доброго и злого в этот многоликий силуэт? Бог очень часто, очень долго и тщательно работал над созданием женщины. Один из ангелов, видя этот процесс, спросил у Бога: «Почему ты так долго работал над ее созданием? Ты просто не знаешь, что она должна будет выдержать. Ее пара глаз должны заменить три пары. Чтобы воспитывать детей, ее пара рук должны уметь одновременно выполнять 5-8 дел. Ее колени должны помещать 2-3 детей, но когда она встанет, они должны выглядеть грациозно. Ее поцелуй должен вылечить все, начиная с царапины и заканчивая разбитым сердцем. Она должна будет жертвовать собой ради благополучия близких людей. Ее плечи должны суметь вынести все трудности и невзгоды. Ее сердце будет сжиматься от страха и упрыгивать от радости. Только она сможет вдохновить мужчину, чтобы быть его опорой и тылом». Ангел подошел и прикоснулся к женщине. «Бог, но она такая нежная». «Да, она нежная, но я ее сотворил и крепкой. Не представляешь, сколько она может вытерпеть и сколько сделать». «Она умеет думать?» «Она не только умеет думать, она может аргументировать и доказывать». Тогда ангел что-то заметил, протянул руку и дотронулся до щеки женщины. «Ой, а почему у нее из глаз течет вода? Ведь она не может выдержать то, что ты в нее поместил». «Это слеза». «Слеза? А зачем ей слеза?» «Через слезы она может проявлять свою радость, переживания, боль, разочарование, любовь и восхищение». Ангел был восхищен. «Господь, да ты гений! Ты все точно обдумал, ведь женщина и правда. И правда неповторима». Женщины своей силой удивляют мужчин. Они растят детей, выносят все трудности, но в то же время светятся любовью и счастьем. Они улыбаются, когда хотят кричать, и поют, когда хотят плакать. Они плачут, когда очень счастливы, и смеются, когда переживают. Они борются за то, во что верят, и смело противятся несправедливости. Они не принимают ответа «нет», когда верит, что есть решение лучше. Женщина произошла из ребра мужчины. Не из ноги, чтобы быть униженной. Не из головы, чтобы превосходить. Но из бока, чтобы всю жизнь быть рядом с ним, бок о бок. Именно из-под руки, чтобы быть всегда защищенной. И из кости, которая защищает сердце, чтобы быть любимой. Есть женщины, похожие на солнце. От их присутствия становится теплее, когда улыбка их лица коснется. Мир кажется красивей и добрей. Есть женщины, похожие на ветер. Они изменчивы, легкие и веселы. Они как бабочки нужны нам на планете, чтобы любоваться ими все могли. Есть женщины, похожие на море. Нельзя измерить глубину их глаз. В их таинственно манящем взоре сокрыты тайные знамения для нас.
Ты вся одновременно море, ветер, солнце. Где ты, там звезды приближаются к земле. Пусть все тебе на свете удается. Желаю, чтоб всегда везло тебе. Пусть счастье в воздухе витает и дарит красоту и нежность. Пусть никогда не покидает здоровье, сила, шарм и свежесть. Тигар красивый. Всегда красивая женщина бывает, ее богатство, сердце и душа. Талантом многогранным обладает, и в небе для нее горит звезда. Над женщиной и годы не подвластны, ведь это вовсе даже не секрет. И для детей, как мать, она прекрасна, а для мужчины самый яркий свет. Душа ее доверчива, открыта, она созвучна с судьбами людей, и чаша жизни вовсе не добита. И с каждым годом облик все милее. Да, женщина и любит, и прощает, и смело воплощает в жизнь мечту. Всегда красивой женщина бывает. Умейте видеть эту красоту. Все женщины 8 марта расцветают. И словно утонченные цветы, весенний день они благоухают. Мы попадаем в плен красоты. Желаем в этот день всем королевам занять свой самый главный пьедестал. Ведь не случайно Адам да Еву Господь такой божественный создал. А сейчас музыкальный номер от студентки 25-й группы Фатхулиной Алины. То, что в жизни происходит с нами, непонятно, делим пополам. Радость разделяем мы с друзьями, но с болью мчимся к матерям. Не проходят череде событий, поглощает море суеты. Но не забудьте маме позвонить, пару слов скажите ей простых. Сколько раз ты меня выручала, помогала по жизни идти. Когда падала, ты поднимала, говорила смелее идти. Солнце село за горы большие, опустила лучи тишину. Ты прости меня, милая мама, не связавшись с тобой, но уснул. То, что в жизни происходит, учимся к матерям, не проходят через их события, поглощает море суеты. Но не забудьте маме позвонить, просто скажите ей простых. Мама, ты мой ангел-хранитель, мой спаситель на этой земле. Ты мой верный и искренний зритель, капитан на моем корабле. Знаю, любишь, чтоб не случилось, знаю, думаешь ты обо мне. Знаю, вновь за меня помолилась и слезу пролила в тишине. То, что в жизни происходит с нами, непонятно, делим пополам. Радость разделяем мы друзьями, но с болью учимся к матерям. Проходит через день событий, поглощает море суеты. Но не забудьте маме позвонить, пару слов скажите ей простых. Происходит с нами, непонятно, где.
Позвоните маме, позвоните, просто скажите ей прости. О, женщина, она прекрасна, даже когда плачет, когда грустит или сидит одна, когда лежит, свернувшись в калачик, то замирает даже тишина. Когда дитя свое под сердцем носит, о, как мила, беспомощна она, всегда к лицу и золотая осень, всегда в душе цветет весна. Она всегда везде неповторима, но расцветает лишь тогда сполна, когда она кем-то очень любима или сама в кого-то влюблена. Вас поздравляет студентка 15-й группы Чеботаева Дарья. Кто от шпильки до бумаги, кто от туфелек до шляпки, элегантно сама меня без ума и весьма почтенный джентльмен седой и мальчишка любой. И когда любой просто выхожу на перекрёсток, сто автобусов рядом неподвижно стоят и гудят машины, красоте салют. Леди, как вас зовут? Мэри. Леди Мэри, Мэри. Леди Мэри. Вы само совершенство, вы само совершенство, от улыбки до жестов, выше всяких похвал. Какое блаженство, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Мэри, леди Мэри, Мэри, леди Мэри, Мэри. То ангины, то простуды, лечат лучше, чем экстуры. И легко без врачей, лучше всяких врачей, всех людей спасает летом и зимой. Дети могут стать взрослее, ну а я не постарею. И опять будут все вспоминать и мечтать о встрече. Пусть пройдут года, не забуду никогда. Мэри, леди Мэри, Мэри, леди Мэри. Вы само совершенство, вы само совершенство, от улыбки до жестов выше всяких похвал. Какое блаженство, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Мэри, леди Мэри, Мэри, леди Мэри. Для вас читает стихотворение студентка 25-й группы Пачугина Диана. Всюду слышен смех детей веселых. По дорожке узенькой твоем мама с дочкой шли домой из школы, по пути болтая обо всем. Разговор обычный, самый-самый. Вдруг малышка задала вопрос: «Мам, скажи, а как это быть мамой? Только не по шутке, а всерьез». Мама призадумалась немножко. «Непростой вопрос, но все же я расскажу тебе, что знаю, крошка. Никаких секретов не тая. Мамой быть большое счастье, дочка. Мамой быть непросто иногда. Мама — это та, кто днем и ночью за детей готова все отдать. И стоят полночи у кроватки и смотреть беззвучно, чуть дыша, на того, кто спит в кроватке сладко, на родного маме-малыша. Мама — та, которой больно, если вдруг обидели дитя. Кто переживает, пусть невольно, за детей и много лет спустя. Та, кто помнит первые словечки, та, кого нежнее не найти, потому что мамино сердечко бьется у детей ее в груди. Мама та, что неизменно рядом, только мама может так любить. Мамой быть — высокая награда. Вот что означает мамой быть. Мамой быть непросто, понимаю, очень постараюсь не забыть. А теперь мне ты скажи, родная,
Что же означает мам, дочкой быть? Дочка улыбнулась и сказала: «Мам, я уже не так мала. Я с тобой многое узнала и сегодня много поняла. Дочкой быть несложно, ну ни грамма. И сомнений в этом точно нет. Потому что рядышком есть мама, и она подскажет мне ответ. Значит, на ответе ставим точку? Что ты, мам, я только начала. Очень важно быть хорошей дочкой, чтобы мама счастлива была. Радовать оценками из школы, помогать посуду дома мыть, чипсы не просить и кока-колу, и во всем заботливую быть». Мама рассмеялась. «Что ж, неплохо. Мне твой очень нравится настрой. Я люблю тебя, родная кроха. Мам, и я. Мне так легко с тобой». Улыбаясь миру друг дружке и болтая тихо на ходу, мама с дочкой, словно две подружки, по тропинке узенькой идут. Женщина любит слова. Теплые, нежные, вечные. Женщина в чувствах права. Тайно надеясь на встречу. Женщина любит глаза. Ясные, верные, страстные. Чистые, как образа, близкие, даже опасные. Женщина любит дела, те, что зовутся поступками, чтоб закусить по делам, не пригибаться уступкам. Женщина любит душой, чувствами светлыми, ясными, с этой любовью большой мир наш добрее, прекраснее. Встречайте ваши аплодисменты, поздравления от студенток 45-й и 25-й группы «Сценка диетолог». Здравствуйте, это вы, врач-диетолог? А мне кажется, я ошиблась. Не-не-не, все правильно. Врач-диетолог? Да, все сажусь. Что-то случилось? Да нет. Какие у вас проблемы? Доктор, у меня проблемы. Здравствуйте. О, здравствуйте, это полиция. Не, ошиблась номер. Да, это маньяк, я слежу за вами. А это ты тот маньяк, который за нас следит? Ну, фигово, ты следишь, я хочу сказать. Ну, так что у вас там? Доктор, у меня лишний вес, из-за этого проблема. Проблема? Подождите, Катюш, зайди. Да. Успокоительное есть? Да. Примите. Да. Вот такова проблема. А у вас проблемы все в голове. Вот сколько вы весите? 135. А хотели бы? Ну, 90. Значит, 190. Ну, в принципе, можно ногу отрезать. Что можно? Да так, варианты перебираю. Ну, так что вы говорите там у вас? У меня лишний вес. Вот, все проблемы у вас в голове. Понимаете? Что с моей головой не так? Голова у тебя вот такая. Следующий на прием к диетологу. Что, не врач? Голова у тебя вот такая. Для вас читает стихотворение студентка 15-й группы Дубасова Светлана. Женщина, одежда, наряды, женщина, красота. Женщина, чулки, каблуки, женщина, румяные помады, женщина, косметика, духи, женщина, лисица и тигрица, женщина, красоты и камера, женщина, вязание и спица, женщина, вершина и гора, женщина, русалочка и выпа, женщина, любовь и красота, женщина, забота и улыбка, женщина, женщина, фантазия, мечта. Женщина, тарелка и кастрюля. Женщина, мочалка и бидон.
женщина в макетке Гвендолина, женщина в детали из Кавана, женщина диета и фигура, женщина природа и весна, женщина гвоздика и ромашка, женщина ключушка и волна, женщина пирогинка и лекашка, женщина загар и луна, женщина колдунья и принцесса, женщина граната и война, женщина статья и поэтесса, женщина столица страна. Разные мы, ах, какие мы разные! В каждом оркестр для счастья живет. Тронешь любовью, и песни прекрасней, нежная скрипка в душе запоет. Бог его знает, что там намешано, только любви должно быть через край. Вечная музыка в сердце у женщины, мир отгуляет, играй же, играй! Должна быть женщина всегда неотразима, чтоб взгляд ее сводил мужчин с ума. Должна быть женщина душой своей красива, и как звезда сверкать она должна. Любите женщину, и за нее боритесь. Любовь ее, как вечная весна, а к чувствам женщины серьезно относитесь. Вулкан страстей подарит вам она. А сейчас подарок от студентов 14-й группы с оценкой «Проблемы мужчин» в день 8 марта. Летящей походкой иду на работу, сегодня всех вылечу и буду здоров. Откроем окно, мозги проветрим, будем лучше думать. Так, 8 марта. Для многих мужчин большая головная боль. Доктор, здравствуйте, доктор. У меня проблема. У меня 8 марта серофобия, доктор. Так, успокойтесь, присаживайтесь. Подождите, а вы записаны? Нет, доктор, но я получил большие деньги, доктор. Большие деньги, говорите? Ну, давайте запишем. Хорошо. Повторите свою проблему. Какая? У меня 8 марта страфобия, доктор. 8 марта страфобия? В моей, кстати, работе это впервые. Ну и что ж вас пугает в этом дне? Все, доктор, пугает. Да, всякой мелочи. Затраты. Нет, доктор, затраты это еще цветочки, доктор. Цветочки, говорите? Цветочки это еще те затраты. Еще нужно угадать подарок, чтобы этим подарком тебя не угадали. Ну вы так не переживайте. Ой, даже не знаю. Ну что меня может напугать в этом дне? У меня, ну как сказать, что может напугать в вашем случае? У меня в семье трое дочерей, мама, теща, жена. Мне вообще ничего не страшно. Ну, давайте я теперь перечислю. У меня счета нету. А, у меня жена, дочка, младшая дочка. Младшая? Значит, есть и старшая. Есть и средняя, доктор. Еще одна. Понятно. Ой, это все? Нет, доктор, у меня еще есть тетя Зина, тетя Света, тетя Юля. Батюшки. А, нет, тут взялись. Ну, все. Да, еще племяшки есть, 5 племяшек. 5 племяшек, да уж. Ну, надеюсь, на этом-то хотя бы все. Ну, есть еще у меня и крестницы. 3,5. 3,5? Это как это? Ну, одна еще в проекте, доктор. Вы что, мне голову морочите, она еще не родилась? Ну, уже 8 марта требует. Ну да, какая наглость.
Ну, надеюсь, это уже все, потому что много. Ну, еще у меня есть теща. Теща. Ну да. Любимая знаете, теща. Знаете, какого числа она родилась? Не говорите. 8 марта. Да, доктор. Да, какая напасть, какая напасть. Даже не знаю, что в вашем случае делать. Ну, успокойтесь. Может быть, проволочка? Можно. Давайте. Ну, давайте. Ну, мне побольше надо. У меня работа трудная. Понимаю вас, доктор. Ну, понимаете, конечно. Ну, за решение проблем. Ну, давайте поговорим о чем-нибудь отстраненном. Где вы работаете, например? Доктор, я работаю в школе. Батюшки, я не хотел вас задеть за больное. Ой-ой-ой, да, у вас сложная проблема. И много у вас там женщин? Математичка, историчка, литературичка. Батюшки мои, как же тяжело вам с трудовиком. Вы хотели сказать трудовичкой? Подождите, еще же физрук остался. А это я, доктор, это я. Батюшки, да, уже как мне тебя жалко. Даже не знаю, что можно в вашем случае сделать. Да. Даже можете мне продать кровь, доктор? Батюшки, вы что такое говорите? Я не могу вам даже советовать такого. Хоть я и психолог. Ну тогда посоветуйте, доктор, где можно продать почку? Вы что, с ума совсем сошли? Вам как будет трудно жить без почки? Ну, с 8 марта другого. И как-то еще живу с одной. Вы что, вторую отрезать хотите продать? Вы же умрете! Лучше легкая смерть, чем тяжелая. Ну да, ну да. Денег не хватает. Знаете, а есть у меня один вариантик. А вам аппендицит вырезали? Нет. Справа, справа. Ну тогда вам повезло. Мы вас положим до 12 марта в больницу, и вам подарки дарить не надо. Спасибо, доктор. Да спасибо. Не за что. Правда, спасибо, там 5 доктор. Нянечек. И 3 медсестры больше нету. В вашем случае это намного лучше. Спасибо, доктор. Только подарите им подарки и скажите, что это от меня. Хорошо, доктор. Вам денежки дать? Конечно. Я что, просто так что ли старался? Все, до свидания, до доктор. До свидания. Вот и денежки заработал. И подарки дарить не надо, медсестричка. Только родным подарю, и все. Ну, жене, дочкам, маме, теще. Ну-ка, уже и время обеда. Ну, пора обедать, короче. Окно закроем. Мозги уже проветривать не надо. А сейчас подарок от студента 14-й группы на Владислава. Здравствуйте. Уже примерно полгода обучаюсь в Большеклубском государственном техникуме и заметил у наших учителей некую традицию. Если ты опоздал на урок, то будь добр, упор лежа и толкай землю.
Следующая закономерность, которая больше смешная, чем грустная, когда ты приходишь на урок физкультуры, и у тебя нет формы. У тебя что говорят? Правильно, толкни полтинничек. Вообще, по технике безопасности без формы заниматься спортом нельзя. Ну правильно, где отжимания, где спорт, потому что не дураки какие-то. Вот. Следующую историю рассказал мне мой друг, он работает преподавателем у старших классов математики. И он сказал, в каждом классе есть такой умный, который в конце урока обязательно напомнит учителю, что он забыл задать домашнее задание. Оказывается, это бесит не только его одноклассников, но еще и учителя. Просто заканчивается урок, этот умник встает, а вы там домашку забыли задать. И учитель просто, блин, ну нафиг, зачем ты вспомнил? А мне вот оно надо, и сначала задай, потом проверь, оценки поставь. Бесит. Всех бесит, согласитесь. Вот. Также он мне раскрыл ваш учительский секрет. Когда учитель вызывает к доске самого умного в классе, это значит, что сам учитель не может решить эту задачу. Просто он мне рассказал, полчаса не мог решить задачу, у него уже паника началась, и он вызывает к доске вот этого умника, ну, который, а вы нам домашку забыли задать. Он выходит, говорит, решай. Но он минут 20 пытался ее решить, не решил. Они вдвоем в шоке смотрят на класс. Класс смотрит на них. Задача остается на нам, ребята. У нас, когда я учился в школе на Лопалке, был преподаватель Елена Николаевна Попова. Мировой человек, просто отличный учитель. Я сейчас так говорю, потому что до сих пор боюсь ее. Вот. Но она всегда честно говорила, мол, сама не могу решить. Вот. Но на следующий день, когда у нас с ней был урок, она всегда приходила с ответом. Ну, и мы тоже не дураки, интернет дома у всех есть. Вот. Это был один из тех учителей, на уроках у которого ты в какой-то момент просто забываешь, как дышать. Я не говорю уже про синусы, косинусы, тангенсы, вот эту всю дискотеку. Просто забываешь, как дышать. И больше всего нравилось, когда после контроля нам озвучивали оценки. Просто вот монотонным голосом их озвучить же нельзя. Нет, так неинтересно. Просто у нас было так. Владик нам, тройка. Вот так. Вот тройка. Все. Теперь журнал из-за него воняет. Зараза такая, ты посмотри на него. Что, Сережа, выйти? Не надо. Гад Владику в тетрадь. Все равно хуже не ставит. Почему нельзя просто... Владик нам, тройка, но в следующий раз, чтобы была четверка. Понял, Владик? Понял. Полина, пятерка. Вот Полина умница, но ты, Полина, больно не обольщайся. Сегодня ты нагнула Владика, а на выпускном Владик нагнет тебя. Правильно, Владик? Больше всего в нашем техникуме я ценю учителей за их чувство юмора. Ну, сегодня я пошучу. Просто когда... Учитель над тобой пошучивает, ты думаешь, вот сейчас я ему отвечу, все. А потом получше подумаешь, да вроде и диплом нужен, да и не так обидно вроде было. Чего начинать? Подумаешь, барана ты по роге назвал, мелочи какие. У меня все, спасибо. Женщина, богиня для мужчины, желанной будет для него всегда, а чувство светлое достигло пик вершины, любовь и счастье. Женщина-мечта. Ведь жизнь без женщин не сможет продолжаться, не нужно возмущений никаких. И перед женщиной нужно преклоняться. Любите женщин, берегите их. А сейчас подарок от студентов 12-й группы со стихами. Thank you.
вот зацвел первым цветом. Значит, праздник на земле. Все лишь для женщин, лишь для них. Внимание, подарки, каждый стих. Для женщин всех включи этот стих. Пусть жизни ваши много интересно. Пусть сердце у вас доброта и любовь. Пусть заплакать, когда придется. Пусть для вас светит солнце. Прекрасней нет, вы и так достойны число. Представим яркий календарь, пора метели позади. Представим яркий календарь, пора метели позади. И март сменяет нам февраль, 8 марта встретим их. Для женщин это праздник на века. Все вам сегодня, вам благодаря. С праздником! Музыкальный подарок от студентов 25-й группы с песней «Мама». Ведь женщина его создал Бог, а женщина
Это всегда прекрасно. В ваш день хотим пожелать улыбок, радости, веселья и никогда не унывать. Ведь вы прекрасны, без сомнения. Здоровья, счастья и большой любви всем женщинам сегодня пожелаем, чтобы исполняли вы мечты свои и никогда не видели печали. Для вас поздравления от студентов 35-й группы. Станет сказкой. Поздравляем! Спасибо.